Всем привет-привет! Посмотрите, как можно сделать вкусный бутерброд из кильки. Купили килечку вот такую вот. Она недорогая. Отрезали ей бошку. Вот. Выпустили кишки. Правда, там кишков-то, знаете. Убрали быстренько хребет. Чик! Видите, как красиво получается. Кладем филюшку вот так. Огурчик. Вот. И майонезик. Готово! Дружно подписываемся ко мне на канал. Ля-ля-ля-ля-ля-ля.